8 марта – первый весенний праздник, который посвящен Ее Величеству женщине. Этот день неизменно наполняет мир добром, радостью и светом, потому что посвящен нашим любимым матерям, сестрам, женам и дочерям. Накануне Дня женщин прекрасная половина человечества принимает цветы и поздравления в знак любви и благодарности. В их честь в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, участники которого создали присутствующим праздничное настроение и подарили прекрасные эмоции. Первых же мгновений исполнение композиции «Восхождение» образцового танцевального коллектива «Дарлин» в зале Городского дома культуры воцарилась особая тишина. Все присутствующие в зале, сотни лучших представительниц трудовых коллективов города почувствовали атмосферу весеннего праздника, наполненного любовью и нежностью. Этот вечер был посвящен им, любимым, прекрасным, обожаемым, милым и загадочным, прекрасной половине нашего любимого города. От имени всех мужчин присутствующих поздравил председатель Пинского городского совета депутатов Леон Телемишевский. За внешней хрупкостью прекрасной половины человечества скрывается огромная внутренняя сила. Мужчинам никогда не постигнуть тайны того, как вам удается совмещать работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей. Праздник весны в музыке и словах, цветах и улыбках, поздравлениях и стихах. С женщинами связано все прекрасное в мире. Зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота, нежность и доброта. Они дарят миру радость и тепло. Любых успехов в жизни мы, мужчины, достигаем благодаря вашей поддержке, любви и терпению. Пинчанки давно доказали, что могут наравне с мужчинами покорять профессиональные вершины, принимать непосредственное участие в политической, экономической и социальной жизни города. Сегодня представительницы прекрасной половины Пинска успешно руководят предприятиями, занимают важное место в общественной жизни, по-деловому, конструктивно, принципиально решают многие вопросы государственного и местного значения. Женщины Пинска по праву удостоены правительственных наград, носят почетные звания. Со стороны городской власти делается все необходимое, чтобы женщины города имели все возможности для развития своего потенциала, смогли реализовать свое главное предназначение – материнство. С благодарностью мы вспоминаем женщин, ветеранов Великой Отечественной войны, которые на своих хрупких плечах вынесли все невзгоды и тяготы военного лихолетия, восстанавливали послевоенный Пинск. Слова благодарности звучат в этот день в адрес женщин-тружениц, ветеранов труда. Мы помним и чтим всех представительниц прекрасного пола, вписавших свои имена в историю нашего города и страны. В этот день заслуженную награду, медаль за заслуги, Леонтий Антонович вручил Галине Ладыге, участнице боевых действий на территории Афганистана. И в наши дни немало женщин, которые служат примером истинного патриотизма и трудолюбия. Сегодня они на высоте в любой сфере жизни нашего города. Председатель Пинского городского совета депутатов вручил почетные грамоты и благодарственные письма Пинского горисполкома и Пинского городского совета депутатов за добросовестный труд, образцовое выполнение профессиональных обязанностей лучшим представительницам трудовых коллективов города. На главную сцену праздника поднимались педагоги, бухгалтеры, рабочие и служащие. Весь зал аплодировал тем, кто выходил на сцену и получал достойные их труда заслуженные награды. Каждое выступление, каждый номер концертной программы был пронизан любовью и нежностью к Ее Величеству женщине. Главная женщина была, есть и остается в жизни каждого человека – его мама. Едва произнеся слово «мама», вы чувствуете, как что-то теплое и родное колыхнулось в груди. И это святое и вечное.
Это слово понятно абсолютно всем жителям Земли, на каком бы языке они ни говорили и на каком бы языке они ни пели. Видно, мать моя, ты ночей не доспала, ты водила мене у поля красива, и в дорогу далеку ты мене на зорі проводжала, и рушник вишиваний до щастя дала. От любви к женщине родилось все прекрасное на Земле. Поэтому она и Богоматерь, и Мона Лиза, и Венера, и Нефертити, Анна Ярославна, Наташа Ростова, Джульетта и Татьяна Ларина. И многие имена женщин, которые присутствовали в зале. Весна, любовь, цветы и нежность, мужество и стойкость, душевность и доброта – это все о них, женщинах, которые держат мир в своих теплых и ласковых руках. И мы желаем в этот мартовский день всем нашим дорогим пинчанкам душевного спокойствия, любви и заботы тех, кто их окружает. Будьте всегда веселы и здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок и гармонии во всем. Всегда.